Всех приветствую, ребят, вы попали на канал Влад Впадлу. Сегодня играю на своем сигнатурном инвокере. Я на самом деле не хотел вам никогда рассказывать, но по дота бафу 2010, 11, 12, 13, 14 плюс 15 год являлся лучшим инвокером вселенной. Вот, то есть, знаете такого человечка, как Miracle? Ну, скажем так, я тоже знаю. Я его учил. Но, если честно, я, конечно, нихера не умею. Так, а где Алакрити? Ой, Алакрити, господи, век. Опа, ЕМПшечка. Так, в общем, играем на инвокере. Что-то многие просили. Я провел голосование на ютубчике. Выбрали инвокер ДД. Ну, то есть, через ЛВК-сетку. Хотя, я думал, выберут, типа, лимузины два охранника на экзорте. Ну, типа, хозяин и барины. Поэтому оформляем жестко сейчас инвокера. Пошла уже раскачечка, как мы видим, да? Видно, что человечек на инвокере не первый день. Давайте так, если этот видеоклип набирает сотку лайков, то я записываю еще инвокеров. Наверное, надо было... Не, надо сейчас дойти до всех трех веток, чтобы как бы своих братишек вызвать. Давайте набираем соточку, реально. Вот соточку плюс 20 комментариев активных, и я сниму еще инвокеров. Наверное, экзортового какого-то. Ну, приколдесного прям. Так, второй у меня. Давайте просто так спид доберем. Так, мне нужно сейчас квас. Мне нужен квас, потому что, ну, пить хочу, банально. Не могу хотеть пить. Давайте тупо, оп, пошла. Ха, схавали дурачка. Ну идет, ну жестко качаюсь. Ну видно, да? На инвокере не первую игру играю. Опа, щит. Дай мне уже третий по-братски брать. Так, это у нас так вот вызывается наш... Ух ты, ёп. Уходим, братишка, там непобедимый мечник. Так, давайте еще так возьмем. Я потерял друга, я потерял брата. Так, ладненько, что мы хотим вообще купить? Честно говоря, без понятия, но скорее всего мы будем играть через этот. Так, а... Так. Можно, кстати, сейчас КДшки подождать и пойти попробовать убить его. Того красного. Сейчас просто манну надо отрегенить. Ну, чувствуется, да, на самом деле, ну, скилл. Вот чувствуется, вот уже пошло, да, такое, что... Герасия, это Владос, типа? Это Владос играет на инвокере? Что? Да, это ямушки. Ну что ж там случилось? Sorry. Все, извинился. Я даже вырубать не буду. Пускай вот в этой игре все будет не так, как я привык. Опа, Свинтус. Так, хорошо. На самом деле, я, честно говоря, не знаю, что сейчас с ним делать, потому что, ну, ничего я ему не сделаю, глобально. Алакрити нет, колдснэп бы я кинул, сильно бы это не повлияло. Наше дело. Фармить крепиков. Вот я вот думаю, единственное, про первую свою шмотку, это, скорее всего, какая-то ДДшная шмотка должна быть. Не, я, наверное, думал вот такое, Dragon Picus. Я же на данный момент считаюсь универсализмом, да? Как меня бить? О, плюс 400 денег. Вот да, иди, дай пофармить-то, блядь. О. Ладно, братик, ну ты что-то вообще прям...
сомного спама. Ну не, ну Брайан, ну что ж ты душишь, что? Ладно. Я просто хочу сатане связать ранее. Обращайся. Получается, братик, сейчас тебя тоже замутим. На силовом он пуджики играет. Вот эти, видишь руки? Вот эти руки, видите? Фу-фу-фу. Эти ручки переигрывали таких людей. Так, да, просто руки профессионального киберспортсмена, объективно. Ну, чувствуется, как репы добиваются. Ну, типа, слабый бы так не добивал. Вот проклик, да, жесткий. Раз, раз, раз. Я на третьем месте лидирующим. Так, окей, ну возьмем атрибутиков. Не знаю, может быть, пока не слетать вообще на с универсала. Баря, Бристол. Да по идее, Бристол должен забрать. А что мы вообще имеем? Сила. Сила. Инт. Сила. Ловкость. Инт. Сила. Но пуш меня пока больше всех бывает. Блин, остаться универсалом как будто ультра выходно. Я не верю, что Бристол проиграет. Он просто колючки настакает. У них шмотки одинаковые. Он как-то что-то плохо все делает. Ну вот тут в этот момент надо отходить. Ты же урон получаешь. Просто на рандоме чел выиграл. Хотя, с другой стороны, вот эти ветки пока вообще не имеют, ну, никакой важности не имеют. Мне проще с руки стать сильнее. Подождите, а можно же этот вызвать? Затычковали. Так, давайте, наверное, пойдем все-таки. Так, ну пока мы просто отыгрываем этого мага через я бью руками. Ну как бы, а выбор у меня какой? О, подожди, я не это хотел. У меня там есть еще есть подсказочки, поэтому как бы не удивляемся. О, братишка, ты меня подвел. Меня братишка мой же подвел. Вот так вот доверяй, но проверяй. Короче, пока вообще ничего не важно. Я просто буду фармить шмотки. У меня будет 3 спыла, 4 максимум. На самом деле ЛВК мне, наверное, больше всех не нравится.
Так, подожди. В принципе, с этими скиллами можно и бегать. Так, сейчас возьмем. Опа. Надо первый килл оформлять. Так, окей. А, ну идем в ловкость. Ну пока косплей жестко, просто человека, который с руки умеет бить. Я нашел плюсы своего форжа. Он идеально танчит кентавров, можно вообще ничего не делать. Нам левел нужен, чтобы два форжа появилось. Чуть-чуть поприятнее станет играть. Я, мой брат, мы просто не отклеимся от друг друга никогда. Мне впадло вообще скиллы тратить, сейчас любую секунду кто-то нападет, а я буду морально не готов к этому. Ну я читал его при любом раскладе. То есть при любом абсолютно раскладе я его читал. Чувствуется, да? Ну, скилл мужчины, это называется скилл. Учитесь у меня, пока я, ну, как бы гайды могу записывать вам. Так, ладно, гайды гайдами, а надо убегать. У меня маны ноль. Так, не требует маны. Да, по идее, один из наших основных спелов считается. Че, в форме молодого чисто за прокаст? Отвлекающий маневр на форже. Я не знаю, мне кажется, я буду очень мало говорить, потому что я почти все время думаю, что мне сделать. Братишка. И ко мне моя радость. Ну блин, ну он убегает, он боится меня. Он понимает, что он слабее. Он понимает силу. Кстати, ну Сларкова, по идее, вообще никак не убьет. 2600, 1200. Не, no chance вообще. Так. Ну, пока я бы, конечно, в бластик бы... Бластик надо точно раскачивать. О, плюс денежка. Рано, как будто ульт нажал. 10 стиков есть. Чистый урончик вам. Ожидаемо. Я почему-то всегда кастую неправильно. То есть я постоянно этот метеорит вызываю, хотя... Нахер мне всрался. Так, может быть...
Потом вот просто вот эту легенькую шмотку возьмем, просто чуть-чуть урончик поднимем. Хотя с другой стороны, возможно, нам надо Magic Arrow и в универсалы идти. Типа там какой-то Скади, вот это вот все. О. Теперь мы с братишкой можем кастовать вместе. А это на самом деле очень сильно, если так подумать. Странно. Владик решил немножечко размяться перед интернешналом. Классический Влад Инвокер, чисто уничтожаю абсолютно всех. У меня есть подозрение, что Пуч захочет вернуться, поэтому ману пока не тратим. Так, окей. Занимаем лидирующую позицию. Идем, наверное, за шмоткой сходим. Мы, кстати, у него еще свинку украли. Мне, наверное, маны все-таки хочется вызвать. Вызвать в скобочках. Наверное, нектаринчик какой-то, да, нужен, чтобы с маной проблем не было. Давайте реально сейчас какой-то нектаринчик сделаем, легенький. Потому что с маной регеном у нас есть troubles. Так, ну пока просто косплеем опять же убийцу мобов. У меня опять там дерутся все. Да, так можно было. Ну о чем тебе обычному парню с района, ну как мне еще играть? Чуть-чуть путаюсь на самом деле в скиллах. О, мои братишки, их теперь двое. Супер. Да, и двое братишек. Двое братишек это всегда лучше, чем один братишка. У меня явно там куча скиллов есть. Так.
Он опять попался, просто его чел бьет, меня не бьет. Это очень забавно. Блин, ну урон вампиризм. Ну, тяжелый просто возьмем. Так. Не, ну по идее он его перебьет просто-напросто. Так, окей. Торнадо мы взяли. Че, хотим мы в универсализм пойти, да, наверное? Да, наверное, в универсала дальше пойдем. Просто если я сейчас вот этого... Ну вот это мне надо, конечно. Потом, наверное, скади и криты какие-то. Криты по-любому надо. Блин, я, честно говоря, очень путаюсь. То есть, вот, мне надо всегда иметь... вот так, получается. Нет. Алакрити и экзорт. А не экзорт, алакрити. То есть... вот так вот получается. А сколько мне надо вообще на эту шмотку? До хера. Хочу кого-то убить очень сильно этим. Сунстрикером. Тут, конечно, больше магов, чем кого-либо другого. Ну, ранний сатаник как бы все вопросы вообще решает. Да, когда я лакрити, прям вообще практически ноль. Целых 0 десятых. Можно сжимать его по КД. Да, ну проще в универсала пойти, больше просто атаки будет. Пока вроде вообще все хорошо. Ну вот так можем бегать, я даже особо ничего вжимать не надо, просто подорчит. Подорчит с моими двумя кентами, я в принципе кого угодно разбиваю, мне кажется. Ну да, хорошо, идем. Хочу кого-то убить. Так, ладненько, погнали в центровую, на мидл. Не, ну жесткая спинка. Бля, надо... Не, это проблема, конечно. Когда он меня кидает... Вот реально, если бы его не было, и я бы, наверное, раза 3 или 4 не умер, он просто кидает каски, и в моменте надо среагировать как-то. Надо... Сайленса просто не было. А если был бы сайленс, я бы его убил бы. О, супер. Не, ну что там рассчитывал? Но это не получилось у тебя.
Серьезный мужчина, конечно. Давайте даже так купим, Рил. Что-то я забыл, что она с нее собирается. Чуть легче будет фармить. Чем вообще эти наши муткари? В принципе, мне под них можно их под людей выбирать. Нам по факту-то особо они не нужны. Че, мы и так нормально все чухаем. Надо чуть-чуть уже не вышло, конечно. Я, честно говоря, в моменте запутался просто в спеллах. Я уже забыл просто, какую кнопку фаржи, на какую не фаржи. Ну, то такое, нормально, нормально. Я, в принципе, если подготовленным быть, то... Нормален день. Блин, ну это хорошая шмотка. Ну, блин, он должен его побеждать. Ладно, мне надо, на самом деле, чуть-чуть, типа, сейчас с универсалом стать, и, в принципе. Я забываю момент, что надо в иксы экзорт. Это у нас этот. А это вот, вот так. То есть это наша база. Кстати, если сейчас ВД вылетает, это вообще супер. Я могу вообще спылы не менять. О, он урну купил. Гений. Он не выдержит столько урона. Еще лицо повернулся, боже мой! Чел, что ты делаешь? Наверное, на самом деле положим тайник. И так вот будет. Человечек. Блин, ну это плохо, что он не умер в итоге. Ну молодец, урну купил, все, вопросы сразу решились. Ну, кстати, как раз два уровня я беру. И у меня почти универсал будет. Пару киллов надо сделать просто. Я уж не стал никуда бежать. Они не успели тычку, они не успели прыгнуть. Он более сильный. Да, кстати, тупо, что я Magic Arrow это не добрал по итогу. Не, мне что-то страшно с ним бегать, потому что он меня накажет. На этом. Он лучше, кстати. Чувствуется, да? Скиллушечка жесткая. Ой, какой мопчик. Какой момент они успели моих этих кентов убить? Козлы, блин.
Но я, кстати, с ними не встречался особо. Нормально, это решаемо все. Чуть больше урона, я просто стану, он меня не перебьет. Хотя, может, турну какую-то купить гедотную. Но всегда есть БКБ. Ладно, пока не об этом надо думать. Надо думать, где два таланта взять. Что я еще не универсал до сих пор. Кстати, криты скоро будут. У меня что-то второй потух. Чуть-чуть побаиваюсь на самом деле. То, что где-то тут наш друголетчик на ВД, а ВД нет вообще, он умер. Да, два тала осталось. Где их взять, пока непонятно. Надо какой-то красный, синий, свинка, рунка. Или килл. Мне очень надо, чтобы ВД кикнули с лобби. Мне тогда будет проще, конечно, играть. Баря вообще нормально там двигается. Хотя он чел двоих убил. Нормуль вообще у него дела. Очень надо универсализм, блин. Два таланта. Ну я не боюсь с пуджом драться, а вот с ВД не очень хочется. О, одна руна. Супер. А, ну все, я еще одну книжку докуплю, мне в принципе хватит. Все, вот уже и книжка не нужна. Да, 400 урона сразу у меня стало. Ну, кстати, скорее всего, на вот этих двух спилах мне не надо двигаться. Все, последняя пачка. Так, ну тут, кстати, уже хорошие тир-шмотки. Миррорчик. Тапочек. Да, тапочек вообще комфорт. Я бы тапочек взял. Тапочек даже посолиднее будет. Нужно урна скидывать будет. Бля, да не, он его победит. Мне кажется, урна будет. Мирочек приятно, ну, типа, против алебарды. У меня ветра есть. Да. А вот БКБ, ну, у меня два слота еще есть. У меня еще есть два слота. Два слота такие ДДшные прям по максимуму. Это скорее всего будет ВКБшка и возможно прям бабочка, вообще не нравится. Да по факту и Тараску-то могу взять. Чё, у меня криты есть, да? Мне надо маг защита.
Моя защита очень нужна. Это дизолятор. Ну, дизолятор прикольно, но нахер он мне всрался. Ну, тебе прикольно, можно сделать вот так. А я не попал. Окей, БКБ, да? БКБ не надо. Типа у меня еще один талант есть, да? Они мне намекают. Ну там прям много урона. То есть он прям налетает и прям уничтожает. Бульдоз, он прям 2500, так много урона нанес еще и этот. Давайте БКБ возьмем, чтобы не умирать так легко. Надо больше урона. Нажать. Ну сложно, когда на инвокере не умеешь играть, конечно, да, играть. Там и бласт можно было успеть сделать. Еще я неправильно жму. Бля, я не смог фуржей вызвать тупо. Я тупо забыл. У меня тупо с головы вылетело, как они вызываются. На такой стадии, да, конечно, уже не до баловства. Да, алебарда душит алебарда, конечно. Подожди, я знаю, что можно купить. Повторить диффузиалы. Ну, рано или поздно мана просто закончится. Не, не хватает. Вот эта алебарда чуть подушит. Но диффуз решит вопрос. Реально. Но я уже плохо там все сделал. Реально, я там прям все скиллы... Я вечно забываю, как форжи вызываются. Плюс он начал отходить, и из-за этого, конечно, тяжело. Но герою вообще ничего делать не надо. Он просто стоит рядом и такой, мне на тебя похер вообще, братишка. Ладно, я уже смирился с тем, что я дерусь. Угу.
Я еще ж могу в этом бегать. Что он мне дает? Ну тут я бы рефрешер бы купил просто. Что выдумывать, если можно не выдумывать. Ман, когда закончилось, братик? Я неправильно скиллы юзаю. Блин, ну я запутался в кнопках. Не, ну молодец, молодец. Не знаю, может даже вообще. Ну, прикольно, мне понравилось. В принципе, неплохо. С учетом того, что вообще я на нем играть не умею, нормалек было.